понимаю, радостный день, потому что я иду забирать свою новую красивую машинку, беленькую, мою новую красотку. И все это благодаря чему? Все это благодаря живой очереди 2.0. Ребята, это просто классно, меня переполняют эмоции. Я нереально счастлива. Привет! Хотела немножко поделиться историей, своим выигрышем в замечательном проекте «Живая очередь 2.0». О проекте я узнала не так давно, это был буквально конец апреля, начало мая этого года. Мне позвонил мой наставник, мы с Димой знакомы уже какое-то время, участвовали во многих других проектах. Предложил рассмотреть вариант «Живой очереди». Подобного опыта у меня не было. Я говорила: Дим, я не понимаю, что за живая очередь, как она двигается вообще, что с ней делать, с чем ее едят и вообще как туда заходить. Дима мне прислал кучу материалов, промо-роликов, соответственно, я пыталась как-то вникнуть, ознакомиться. Но, скажем так, весна моя складывалась не лучшим образом в плане инвестиций, поскольку было 3 скам-проекта подряд. И, наверное, в начале мая было такое немножко, скажем, эмоциональное выгорание, когда ты просто, наверное, хочешь взять паузу. Но Дима не сдавался, он периодически мне напоминал. И буквально накануне розыгрыша 11 числа мы с ним где-то поговорили по телефону. Он еще раз мне, в общем-то, обозначил все плюсы проекта, всю его ценность, что ты получаешь вообще за эти $10, что это не только покупка аватара, что это не только участие в лотерее, что есть много бесплатных курсов, которые уже загружены на сайт, что это безумно ценный продукт. Я говорю: хорошо, утро вечером мудренее, тем более розыгрыш завтра, я подумаю. И с 11 на 12 случается такой, скажем, сон в руку. Мне снится во сне Дима, который меня опять зовет в проект. С утра сижу, пью кофе, думаю: ну если уже он во сне меня зовет в проект, то это реально знак. Нужно в него заходить. Я регистрируюсь 12 мая. Как вы помните, первый розыгрыш автомобиля, он был именно 12 мая. Покупаю себе 5 аватаров. Получаю, соответственно, 6 лотерейных билетов за это. Дальше, как сами знаете, рандомно мы выбираем числа от 0 до 10 тысяч. Бот нам оповещает, если кто-то уже загадал подобное число. Ну, что приходит первое на ум? Ну, наверное, день рождения ребенка, какой-то фартовый код от пин-карты, еще какие-то там знаковые для тебя события в этой жизни. В общем, по порядку загадываю я там 5 различных вариаций номеров, и бот мне сообщает, что все эти номера уже заняты. Я понимаю, что 6-я попытка будет для меня финальной. Наверное, ничего в этот момент глупее в голову не пришло, это просто указать номер дома 12 и квартира 41. Убрала из этой комбинации только свой корпус. И поставила на это число. Сказать, что я что-то ожидала, ну вот точно нет. Во-первых, комбинация, которую я нигде никогда не использую, я не думала, что она может оказаться для меня фартовой. Но именно данная комбинация принесла мне выигрыш. Я в своей жизни никогда ничего нигде не выигрывала. Даже были попытки когда-то там поиграть в казино по молодости. Всегда все проигрывала. Если какие-то лотереи, максимум, что я могу выиграть, это еще такой же лотерейный билетик. Машина – это просто был какой-то подарок небес. На самом деле, я безумно счастлива. Я благодарна ребятам за данный проект. Желаю им удачи, процветания. И вместе мы силы будем двигаться, будем продвигать проект. И все заработаем. Заходите в «Живую очередь 2.0».Каска и засада. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я впервые встречаю такую историю, как у Виктории. Это очень неожиданный клиент для меня, и мы покупаем новый автомобиль. Виктория, это наш договор купли-продажи. От вас мне требуется подпись, там, где покупатель. Ага. Да. И на следующей странице еще одна подпись. Ага. Прекрасно. Я вас поздравляю с покупкой нового автомобиля. Держите, это ваши ключи. Класс.
хотела рассказать на самом деле, как происходил день розыгрыша. Поскольку для меня это вообще был просто день регистрации, и человек я не очень такой доверчивый ко всяким розыгрышам, лотерейкам, еще чему-то, там, лото какие-то. Я сильно не ждала какого-то там результата, но, конечно, меня подмывало просто любопытство человеческое. Кому достанется же первая машина? Как она будет разыграна? Я, конечно, включила эфир. Ну, так оно, скажем, было честно, вторым фоном для меня, наверное. Потому что в данный момент я просто семье готовила ужин. Или был обед уже, сейчас не вспомню, ну что-то в этом роде. Я на кухне, соответственно, попадания в кадр я не жду. Ну, поскольку я продолжаю делать свои дела, ребята рассказывают там, как что происходит, как, в общем-то, номер выбирается, но номер не показывают. Я думаю, ну когда уже, когда? Где-то отвлекаюсь, еще что-то. И вот в момент, наверное, розыгрыша я вообще просто отвлеклась на какие-то свои бытовые заботы. Пока просто мне не начали приходить, по-моему, пошли уведомления. Уведомление от Евгения, да, мне в телегу, что Виктория, выйдите на связь. Я думаю, упс, на какую связь, зачем мне вообще выходить? Неужели я могла что-то выиграть? Потом думаю, нет, наверное, там говорили, что несколько человек, которые максимально приближены к данному числу, они все выйдут на связь, ну и там кого-то выберут. Неужели мне вообще там что-то может перепасть? И когда, конечно, я выхожу в эфире уже мой наставник был, ребята, Евгений, Николай, я понимаю, что, ну да, я действительно выиграла. Передать тот спектр эмоций, которых я испытывала на тот момент, мне уже сейчас, конечно, сложно. Мне кажется, у меня дрожали руки, голос, я вообще неестественно себя вела в кадре, я нервничала, язык заплетался, заикалась. Ну, блин, но это было очень круто. Я так кричала, что меня домашние даже потом просто попросили пойти прогуляться вокруг дома. Я еще, наверное, где-то отходила от своего шока, приятного, скажу, шока, и гуляла, в общем-то, по набережной где-то часок, приводила, скажем, свои мысли в порядок. Даже, мне кажется, на следующий день, проснувшись, мне почему-то казалось, что это какой-то сон, это не может быть реальностью, это не может произойти со мной. Но с каждым днем, когда мы больше, соответственно, переписывались с ребятами, уже решали по машине, по поездке, в общем, как мы решим в итоге данную ситуацию, конечно, я понимала, что это правда, и это безумно приятно, и кто знает вообще ситуацию, которая происходила со мной весной, поймет, насколько, наверное, мне этот пинок такой, в общем-то, был нужен. Он просто вдохнул в меня новые силы и новую жизнь, можно сказать. И я заново поверила, в общем-то, в себя, в свои силы. Верьте и вы, ничего не бойтесь, идите всегда вперед, мечтайте и знайте, что мечты, они все же сбываются. Сейчас рассказываю другой прикол. Когда мы приехали в салон, пытаемся здесь сделать съемки, соответственно, я где-то как обезьянка скачу вокруг машины. Состав менеджеров вообще не понимает, что происходит. Такие, а что вы делаете? А для чего это? Я говорю, ну вот есть такой проект классный, я вот реально в нем выиграла. Да ладно, да так не бывает, да так не может быть. Ну, в общем, в итоге сейчас всем составам раздаю ссылки и объясняю, как купить аватаров. Так что я пошла поработаю чуть-чуть. Мы можем зайти на главную страницу. Сейчас да? Два уже прошло. Да. Два прошло, да. Да, сейчас да. Третий. Третий, да. Но параллельно будут еще запускаться мелкие розыгрыши. Сейчас запускают, например, кого-то позвали, вам дается серебряный лотерейный билет. Угу. Вот на него идут выигрыши уже какой-то мелкой техники, еще что-то, ага. Не глобального автомобиля, нет. Автомобиль еще один разыграется. А дальше мы стартуем. Все. Но при покупке этих аватаров билеты я уже даются. Уже становлюсь участником розыгрыша. Да, да. Ну, там, ну, и других. Когда есть, покупаешь там аватара, приходит уведомление, типа вы получили билет. Угу. Заходишь туда, он угу. Предлагает выбрать число. Но раз где-то там в 3 месяца вот эта вся структура переворачивается полностью. И все, кто были наверху, оказываются внизу. И толкают тех, кто был снизу. Прикольно. Вот. Ваше впечатление. Я в шоке.
Заправляюсь я здесь, никаких кнопок нет, я просто... Открываю телечок без набака, да, подъезжаю к заправке и выходя из автомобиля. Просто на него как бы тач делаю, да, и все верно. Он открывается. Да, да. Соответственно, чтобы заглушить автомобиль, просто так же нажали на старт-стоп. Да. Можно без педали тормоза. Ага, и просто нажимаю на кнопку. Да, все, машина заглушилась у нас. Окей. Соответственно, внешнее оборудование – это помощники, так скажем, которые есть у нас с завода в автомобиле. Все, тогда я поняла. В общем, это у нас в любом случае можно делать с экрана, можно сделать кнопочно. Да, по да. поводу вперед-назад ясно, паркинг поставила. Заглушили и вышли. Заглушила, все. Климат, музыка слева. В общем, немножко порепетировать, и я думаю, все, будет уже на автомате у меня. Можно не держать, даже просто один раз нажали, и все. Без тормоза. Ну нет, с тормозом нажали, просто не нужно не держать. Кнопку, да, все. Просто нажали и все. И заглушить без тормоза. Да, пока что не глушите. Смотрите, минус, что хотел я вам показать. Есть кнопка у них ОК, это посмотреть там километраж пути, соответственно, посмотреть, какое там давление в шинах у вас. Запас хода, сколько осталось там еще километров. А, это ОК переключается? Да, да, через кнопку ОК. Я поняла, у меня просто там она, через трип, по-моему, или как там называлось. Да, ну тут зажали просто кнопку ОК на 3 секунды, и включился вот этот, как скажем, меню этот. И вы на стрелках просто переключаете его, смотрите. Вот. Так, ну, в принципе, все. А дальше, как говорится, в процессе эксплуатации все на самом деле запоминается. Спасибо вам огромное. Конечно. В принципе, все популярно. Можно отправляться в путь. Я хотела бы еще раз поблагодарить Николая и Евгения за столь шикарный проект «Живая очередь». Вы просто, ребят, мега-мозг, вы лучшие, вы классные. Всем участникам я желаю мощного старта, чтобы все аватарчики летели, все зарабатывали денег. И помните, ребят, мечты сбываются. Главное, верьте в это. Моя мечта сбылась, и новая машинка у меня. Всем спасибо. Счастливого пути. Я счастлива.